всем привет! Вот скажите, кто не любит покупать семена? От покупки этих пакетиков просто удержаться невозможно. Многие уже сейчас покупают, я обычно это делаю после новогодних праздников. Люблю сходить на ВДНХ или просто в спецмагазины. Но в этом году я захотела купить семена у коллекционеров, потому что по большей части эти семена в магазинах не купишь. Ну, конечно, у меня будут и семена с обычных магазинов. Я уже купила семена тыкв и кукурузы. У меня на эту тему есть видео, я оставлю ссылку внизу. И уже купила томаты. Насчет томатов. Всем громаднейшее спасибо за комментарии, за советы, которые вы мне оставляли под видео, где я рассказывала про сорта томатов, которые я выращивала в 2018 году. Конечно, хотелось купить все, что советовали, но это невозможно, так как теплица у меня для них всего лишь одна. И к тому же я высаживаю томаты не по одному кусту, а по 2-3, не меньше, так как я считаю, что чтобы понять томат, какой он на вкус, как он растет, какая у него вообще урожайность, нужно посадить несколько растений, а там уже видно, что и как. Поэтому больше 15 сортов не высаживаю в теплицу. Ну и, конечно, сажаю пару сортов низкорослых ранее в открытый грунт. Это обязательно. Через интернет я заказала 8 сортов томатов у коллекционера. Также я собрала и свои томаты, которые мне понравились, сорта. И кое-что я купила уже на ВДНХ, на выставке. Она проходила, по-моему, в октябре месяце. Как вы видите, у меня в этом году может показаться все очень скромно с томатами, с семенами. Но это только на первый взгляд. Я постаралась выбрать по вашим рекомендациям те сорта, которые мне понравились и по картинкам, и по характеристикам. Чтобы было интереснее посмотреть, какой же томат буду высаживать, я буду вставлять фотографию, взятую из интернета, а семена, которые я собирала сама и выращивала, там уже фотографии будут мои. Начну со своих семян. Это, конечно же, южный загар. Я не перестаю говорить, что это, ну, наверное, самый лучший томат из желто-оранжевых. Очень мясистый, красивый. Да, урожайность у вас не будет, они усыпанные кусты, но здесь уже будете выбирать. Или томат урожайный, или томат вкусный. Вот южный загар, он вкусный, я его высаживать буду и в следующем году. Янтарь Коктебеля. Тоже неплохой томат, мне понравился, желтый. Вот как раз таки он очень урожайный, плоды очень красивые, но и вкусные. Конечно же, загадка природы. В прошлом году я его вырастила, ну то есть вот в сезоне 2018. Очень понравился и внешне, и на вкус отличный салатный томат крупноплодный. Великолепный сорт. Так, эти семена я купила на выставке на ВДНХ. Так, томат Арбалет, это сорт. Я его почему купила? Потому что именно сам продавец их выращивает и консервирует. Они лучший сорт для консервации. Здесь так и написано, собственно говоря, и сам продавец по своему опыту мне об этом сообщил. Поэтому вот сказала, что в консервации они просто великолепные. Взяла. Дальше томат. Это уже два гибрида. Они у меня единственные два гибрида. Тоже купила на ВДНХ. Это семейный и хлыновский. Вот такие два гибрида. Они одинаковые. Я вот вставила фотографию, вы посмотрели. Это она продавала свои выращенные эти томаты. Там прямо на выставке. Я их посмотрела, они мне внешне понравились. Все как на картинке. Вот у нее был прям там этот ящик томатов этих сортов. И действительно, и мякоть была красная, без жилок. Они были такие мясистые, красивые, вкусные я попробовала. Поэтому я их купила.
сказать, что оба гибрида я буду высаживать, наверное, все-таки один, потому что вот внешне я их видела, они не различаются в принципе ничем, поэтому, скорее всего, я всего лишь один гибрид буду высаживать в теплицу. Они тоже крупноплодные, как вы видели на фото, высокорослые, очень устойчивые к заболеваниям. Они здесь даже описывают конкретно, какие заболевания, что очень редко делают. Это и табачная мозаика, и кладоспориоз буропятнистый, и фузариоз, и галловым нематодом. В общем, сказали, что совсем не такие, не болявые, хороший томат, поэтому взяла. И там же на выставке купила еще один томат. Это мохитос, тоже гибрид. Вот, в принципе, я только три гибрида и купила, все остальные сорта. Тоже нахвалили, это уже семена голландские, тоже крупноплодные, раннеспелые, красные, с десертным вкусом. Хорошо хранится, кожурка не жесткая. И следующие сорта я уже заказывала у коллекционера через интернет-магазин. Первый сорт — это черное сердце Бреда. Плоды крупноплодные, темно-красные, в форме сердца и с темно-фиолетовыми плечиками. Вкусные, сладкие, урожайные, как пишут. Но в отзывах написали, что он неустойчив к вершинным гнилям. Ну, посмотрим. Следующий сорт — это Касталутта де Парма. Это высокорослый томат. Считается, что это эталон всех ребристых томатов. Красные, плоскоокруглые, тоже крупноплодные, до 250 грамм, сочные. И такие вот красивые. Сорт «Поцелуй герани». Куст невысокий, можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. Вес томата до 40 грамм. Красивая форма такая с носиком. Плод плотный, такой сливовидный. Срок созревания 90 дней, то есть раннеспелый. Следующий сорт — это сержант Пеппер. Среднеспелый. Урожайный, как пишут, сам сибель тонкий, но это, собственно, как и у многих сердцевидных, высокорослый, рекомендуют вести в 2-3 стебля. Цвет плодов мне очень понравился, он такой красно-фиолетовый, с сиреневым таким напылением на бочках и на плечиках. Вкус пишут, что сбалансированный. Попробуем. Следующий — сладкий Касади. Это высокорослое растение, среднеспелые, плоды черри, красного цвета и такими золотыми штришками. Плоды перцевидные, мясистые, сладкие, весом примерно до 60 грамм. Очень понравился мне внешне. Сорт июньский. Взяла его из-за раннеспелости и небольшой высоты куста, до полуметра он вырастает. Плоды плотные, красные, круглые. Я вот его рассчитываю как раз высадить в открытый грунт. Ой, следующая моя мечта, сбыточная, несбыточная, не знаю. Но это зеленоплодные томаты. Купила то, что рекомендовали мне зрители. Один из зеленоплодных — это ирландский ликер. Он высокорослый, средне-ранний, плоды крупные, плоскоокруглые, зеленого цвета, мясистые, сочные, сладкие. В общем, это все отзывы ваши, поэтому купила. И также наравне с отзывами с ирландским ликером была и малахитовая шкатулка. Тоже высокорослое растение, урожайное, крупные плоды до 400 грамм, мясистые, сочные, сладкие. Ну, как и все зеленоплодные, как пишут, они долго не лежат. Буду пробовать. Я по-прежнему мечтаю вырастить зеленоплодные томаты. Надеюсь, в этом году у меня все получится. У коллекционера я заказывала 8 сортов томата, все пришли, все хорошо. И плюс еще мне положили два подарка, два сорта томата. Спасибо большое. Это семена томата «Сахар розовый». Я почитала об этом томате. Пишут, что он крупноплодный, растение высокорослое, куст.
для теплицы в основном мясистый, сахарный, сладкий, вкусный, ну и розового цвета. Вот, наверное, я его тоже посажу. И сорт амброзия красная. Пишет, что тоже высокорослая, очень урожайный, плоды как по типу черри, красного цвета, плотненькие, но я думаю, он для в основном консервации будет хорош или для продажи, потому что хорошо лежит. Но оставлю, скорее всего, на следующий год, потому что у меня уже есть типа черри, насаживать тоже не хочется, куда их потом девать. Поэтому я думаю, что этот сорт я оставлю уже на следующий год. И еще один сорт томатов, это кумата. Тоже мне достался в подарок от коллекционера, когда я заказывала тыквы. Это черноплодный томат, высокорослое растение. Никогда не выращивала, тоже попробую в этом году обязательно. Вот, казалось бы, все так скромненько у меня в этом году с томатами. Но сорта все очень интересные, куплены по вашим отзывам. Ну и, конечно, то, что мне понравилось, за исключением своих томатов, я эти сорта не выращивала, не пробовала. Так что руки, конечно, уже сейчас чешутся, чтобы это все посадить, уже заселить все в теплицу и вырастить. Но будем ждать весны. Все остальные семена овощные и цветов я буду уже покупать в магазинах. Решила пока остановиться на томатах, на тыквах и на кукурузе от коллекционеров. Я хочу попробовать, не хочу все сразу покупать у них за один раз. Хочу распробовать. На этом у меня пока все. Я вообще люблю такого рода видео, смотреть, что же люди покупают, что будут высаживать в следующем сезоне, рассмотреть их покупки, их пакетики. Поэтому я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Всем пока!